Привет, друзья! На 5-м году жизни мой телефон Мафан неожиданно перестал заряжаться. Полный мертвец. Понятно, что это аккумулятор. Тем более в последнее время его надо было заряжать раз в неделю, а то и чаще. Хотя на заре своей жизни при коротком разговоре один раз в день заряда хватало на целый месяц. Как видите, аккумулятор мощный. Из двух параллельных литиевых банок формата 18650. Проверяю напряжение на выходе. 0 вольт. Вскрываю оболочку батареи. В корпусе два аккумулятора со стандартной платой защиты батареи. На аккумуляторах 3 вольта. Решил реанимацией не заниматься, а заменить сразу два аккумулятора. Использую проверенные аккумуляторы для шуруповертов. Спаял попарно лепестки. Соблюдайте полярность. Соединяю отрицательные выводы. Переношу плату на новую сборку. Припаял отрицательный вывод от платы. Проверяю, что на выходе. Батарея работает. Вставляю сборку в корпус. Помещаю батарею в телефон. Телефон Мафан имеет свою операционку со всеми смартовскими прибамбасами, но в упрощенном виде. А также в телефоне встроенная программируемая радиостанция на диапазон 400-450 МГц. Телефон покупал в августе 2017 года по подписке. Антенна на телефоне только для радиостанции. Телефон внешне смотрится подозрительно. Во всяком случае, заметил, на стоянках у гипермаркетов попрошайки ничего не клянчат, а обходят меня стороной. Надеюсь, предоставленная информация будет вам полезна. Ссылки в описании к видео. Лайк и подписка каналам приветствуются.